Безопасное использование газового оборудования – главный вопрос повестки дня. В администрации муниципалитета состоялось совещание с участием управляющих компаний и организаций, обслуживающих газовое оборудование. Поводом для встречи стала трагедия в подмосковном Ногинске. Это надо обратить внимание тех, кто занимается внутриквартирным газовым оборудованием, ну и вообще газовым оборудованием. Вот. Вопрос важный. Правительство региона всем ответственным службам поручили еще раз проверить газовое оборудование в многоквартирных домах. Напомним, сейчас следователи выясняют причину взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске.